решили ребятам устроить сюрприз, отметить их успех в UFL-центр, но они об этом не знают. Они думают, что у них будет теоретическая подготовка. Всем привет, ребят! Мы футболисты Факела, вы сами нас всех знаете. Пришли вас поздравить. Я, как понял, это был первый ваш сезон в UFL. И сразу сходу вы взяли третье место. Это я считаю, что это хороший результат. Вот. Надеюсь, конечно, в следующем году вы будете ставить задачи намного выше. И надеюсь, что вы их исполните. Так что поздравляем. Молодцы, Фак. Молодцы. Давай, карандаши. Ничего, в следующем году. Очень приятно было увидеть игроков основы. Они нам пожелали удачи, подарили подарки. Очень горжусь тем, что я игрок клуба «Факел». Детские турниры в основном не проходят скоротечно, это 5-7 дней максимум. Ты приезжаешь, выкладываешься силы на этом турнире и все. А тот турнир получается уже как более профессиональный. Команды играют как взрослые команды. Но после этого сезона я стал только больше верить в того, что я хочу стать футболистом. Очень такой познавательный, скажем так, сезон, потому что ни разу они еще не играли по такой системе, скажем так, полноценный сезон с играми каждую неделю. Два этапа у нас было, ребята выкладывались, и здесь, конечно, это было уже больше наклон во взрослый футбол, то есть потихонечку из детского перешли во взрослый. Я надеюсь, в следующем году будет первое место. Давайте, я вас. Ну а в дальнейшем ждем вас в основной команде. Да, да. Спасибо, ребят. Кто там Рабон добил? Yeah!